Неделя инклюзивного туризма. Впервые проходит Хабаровские бесплатные экскурсии. Краевой туристский информационный центр организовал для представителей Всероссийского общества глухих, слепых, инвалидов-колясочников в трех разновозрастных группах. Особенным туристам устроили туры в музеи, на предприятия и даже на оленью ферму. Подробности в репортаже Яны Ленкевич. И совсем юный, но самый фотогеничный и самый тактильный – это томат. На знакомство с необычными гостями оленей фермы Ольхо вывели три северных оленя – тунгуса, алмаза и томата. У туристов есть проблемы со слухом, поэтому без помощи сурдопереводчика им не обойтись. Организаторы этой поездки говорят, что такие экскурсии помогают расширить кругозор. Такие люди немножечко, да, ограничены в своем передвижении, поэтому для этого и делаются такие вот выездные экскурсии, познавательные, чтобы показать красоту, природу, что-то историческое, чтобы люди могли почувствовать себя нужными. Не бойтесь, он вот спокойно, он не укусит. Это не пугает тоже томат. В программе экскурсии – кормление оленей и тесное общение с животными. Они привыкли к людям, поэтому без опаски дают себя погладить. А некоторые туристы даже смогли на них прокатиться. Знакомство с северными оленями гостей впечатлило. Они нежные, такие щекочут ладошки. Было интересно их покормить, очень миленькие. Очень понравилась экскурсия. Было интересно, приятный воздух. Я первый раз здесь. У сотрудников фермы уже есть опыт работы с особенными туристами. Акции для гостей с ограниченными возможностями здоровья тут проходят почти каждый месяц. Недавно проводили детки с церебральным параличом, то есть тоже такая у нас была акция. То есть периодически мы проводим мероприятия, но еще раз говорю, я рада всем гостям. В том числе ну, и для людей с ограниченными возможностями двери наши всегда открыты. В конце экскурсии туристам подарили летающего кита – символ туризма Хабаровского края. В регионе намерены продолжать развитие инклюзивного туризма. В планах на следующий год привлечь в город туристов с ограниченными возможностями здоровья уже со всего Хабаровского края. Яна Ленкевич, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».